Тюменская марка приглашает народных экспертов. Они будут выезжать на предприятия, осматривать производство, высказывать мнение об их продукции и выставлять оценки. Для этого необходимо до 7 сентября зайти на сайт marka72.ru и нажать вкладку «Регистрация для участников конкурса и народных экспертов». Экскурсии на предприятия начнутся с 27 сентября и продлятся почти месяц. Выставка «Тюменская марка» 2018 состоится 26 и 27 октября, в ходе которой 100 предприятий будут презентовать свою продукцию. Организаторы хотят, чтобы конкурс стал по-настоящему народным и возможность оценить товар получили жители разных возрастов, образования, привычек и вкусов. Самые активные эксперты получат подарки.